«А где тут руль?» – спросил Гагарин. «Деревня!» – буркнул Королёв. «Ещё скажи, а где тут вожжи? Ещё поехали, скажи!» Ровно 60 лет назад Юрий Алексеевич сказал «Поехали!» И эта фраза стала символом космической эры. Но все ли об этом помнят и знают? Полетел первый в космос. Своей красивой улыбкой. Он очень знаменит. Я знаю, что его принимала сама королева. Он полетел в космос. Он же первый в космос полетел. Но он вообще-то не первый. Родственник Полины Гагариной. Тем, то, что он полетел в космос. Классно. На каком космическом корабле полетел Гагарин в космос? На ракете. Ну чем? Первый космонавт. Чем он знаменит? Что еще можно сказать? А, это Гагарин я вас любила, группа Hollywood. Первый космонавт мира. Как сейчас помню, было утро, и по радио объявили. Мы первые в космосе. Ура, товарищи! Поздравляю! 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный полет Земли. Полет длился 108 минут. В России 2021 год объявлен годом космоса. С Днем космонавтики всех поздравляют Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и телекомпания «Соль ТВ».